Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. Так, забираем с тобой 25 рун. Окей. Тряс. Такой маленький тряс. Так, ну что у нас тут? Беззубик, я его отправлял за флагами. Ох ты. Яйцо, дальше. 18 рун. Так, рукоятка и 2 флага. Ну, неплохо, ребята. Так, это, по-моему, яйцо креветы. Так, расширить инкубатор. Так, у меня здесь созрело уже что-то, да, по-моему, получается? Да, я могу открыть. А ну-ка. Пылевой буян, ребята. У меня в наличии не было такого, поэтому разместить. Куда мы его можем? Ну, вот сюда поставить, к примеру. Правда, до сих пор не понимаю, зачем они мне нужны здесь, если я их не использую. Может быть, в ангар его отправим пока, ребят. Зачем он тут будет занимать мне место, верно? Так, ну что, идем на рынок. Начинаем с тобой с открытия паков. Бесплатного. Так, монетки Одина. В копилочку, пожалуйста. Загадочный набор. Так, древоруб, громыль, барс и вепрь. Ну и ресурсы. Все, замечательно. Теперь надо посмотреть за рекламочку. Монеты Одина, 9 штучек. Опять же в копилку. И здесь шторморез, чудовище, водорез и ресурсы. Оу. Криволап. А у меня криволап есть или был? Да, ребята, в наличии есть один. Отпустить. Отпускаем его. Было бы прикольно, если бы какой-то новенький был бы дракон. Так, ну что у нас тут? Завершилось строительство века или нет? Так, дай-ка я камеру немножко отодвину. По-моему, ничего у нас тут не закончилось. Или я... А, вон, ребята, еще 2 часа 25 минут будет делаться. Понятно. Так, ну что, тогда зеленая смерть. Отдай мне, пожалуйста, что ты там принесла. Отправляем дальше на поиски. Как я тебе говорил, сегодня навряд ли у нас будет какое-то событие, поэтому... А сегодня у нас арена. Сегодня у нас с тобой арена. Так. Через 13 минут я только смогу, да, найти яйца эти. Окей, давай заберем здесь пак. Именно ареновский. Так, начать открытие. А вот это мы с тобой забираем. Громыль, ужасное чудовище и водорез. Скудненько как-то, да? Как-то скудненько, подожди-ка. Мы беззубика сейчас отправим с тобой. Где мои дракоши-то эти? Что-то как-то вот подтормаживает, ребят. Вывести. Так, пускай оно там созревает. Мы, наверное, еще отправим нашего беззубика за флагами, которые нам нужны. Так, погоди-ка секунду. Тут у нас кто-то уровень получил. Ага. Так, 66-й. 60-й. Покормим. Иди дальше, прокачивайся. Ты тоже. На месте не стой. Так, 419. Подожди-ка, дай-ка я, наверное, вот так вот заберу рыбы. Пускай летит, тренируется. Так, древоруб. Да, ребята, рыба, конечно, тут. Ух. Со скоростью света кончается. Так, пускай идет, тоже тренируется. Сколько у нас с тобой места еще там? Еще одно свободно, да? Тогда мы с тобой громылечку отправим. А, ну да-да-да, академка же нужна, понял. Тут тоже не получится. Тут тоже не получится. Так, ладно, беззубик. Ты полетишь у меня за флагами. Тьфу, ты что я делаю? Так, заберем тут еще вначале. Наградушку, да? Подожди, я могу поставить? Ага, можно. Заберем тогда здесь еще 25 тусклого янтаря. Так,
30 флажков. Еще 30. Флажков, конечно, мало. И тут 50. Так, новости, события. Так, Громгильда, что у тебя тут? 62 тусклого янтаря. Ну давай посмотрим, что мне дадут здесь. Янтаря, да? Тусклого. Что подешевле, то и дали. Ладно, отправляем в приключение. Пускай она летит. Кривоклык, ты-то что у нас тут? Тусклый янтарь, понятно. Даже не сомневался, не на грамульку. Бесплатно. Так, Барсик, ты что мне тут принесешь? Давай тунца. Эх, лучше бы тунца. Тунец мне нужен. Напугать Вальку. Вальку. Так, сборы. Лети, Сарделька, бесплатно. Так, мы теперь заберем с тобой здесь. Ага, через 10 минут. 36 рун. Ну, пускай дневная фурия опять летит там куда-нибудь, я не знаю. Ну, ищет. Ну, опять же, пылевого буяна. Мне это не принципиально, но пускай, ребята, хоть чем-то занимается. Бесплатно. Так, через 10 минут, да, значит? У тебя здесь... Отдай мне этот гребешок. Дай вот эту вот штучку. Так, я его все за флагом никак не могу отправить. Так, подожди, для того, чтобы понять, где нам искать флаг, нажимаем сюда, нажимаем на начать, выбираем тот самый флаг и отправляем в путешествие. Все, пускай летит. Так, здесь у нас еще 3 награды, мы это заберем. Так, 5 рун. 27 миллионов рыбы и 5 монет Одина. Вроде бы совсем разобрались, да, что нам надо было сделать, все сделали. Значит, остается нам с тобой отправить дневную фурию, ой, дневную фурию, забрать руны и забрать яйца вот эти вот. Так, ну, а мы с тобой идем на арену. Схватка. Кстати, нам, смотри, осталось-то совсем ничего, ребята, чтобы перейти на следующую арену. Буквально 3000 еще боев. Не боев, а 3000 кубков, конечно же. Так, что у нас тут? 14 уровень, 2 фиола плюс синька. Пылевой буян, да? Ага, начинает Барсика, короче, кромсать. Почем зря. Ну, наверное... А, вот ты как. Ну, что ты там выпендриваешься? Блин, понизил. Вот он знает, когда понижать атаку, а? Ну, что, заморозку, ребят, врубаем? Конечно, что тут еще делать? Естественно, будем замораживать их. И будем начинать вот с этого. Пристиголового. Кусаем. А здесь можно даже хильнуться, кстати. Так, ну что ты там выпендриваешься? Упс. Так, ну что, добиваем мы его. И остается у нас шторморез. Хернемся. Сейчас, наверное, что-то сделает. Противное. О, ну это мы переживем. Уж как-нибудь-то. Все, ребята, мы его раскромсали. Ну, неплохо мы начали. Первый бой и первая наша победа. Какой нам тут достанется пак? Обычный. А здесь у нас солянка. Сразу говорю, солянка. И 15 уровень. Ну, не считая штормореза. Так что давай с пылевого начнем, наверное, да? Я так понимаю, это пылевой буян у нас все-таки. А не душитель, как я раньше думал. Или все-таки это душитель? Они похожи просто. Так, ладно, в любом случае нам нужно его кромсать. По-моему, это все-таки пылевой буян. Так, заморозочка, отлично. Так, ну что, мы их замораживаем и... Давай, наверное, Да, штормореза начнем кромсать с тобой. Он и по уровню слабенький. Так, кого он там? Ага, вот что он творит.
Раз. Добиваем. Этот пока спит еще до сих пор. А все, ребята, он доспался. Мы его сейчас будем кромсать. Потому что слепота на нем висит. Единственное, что, конечно, барсик очень мало наносит урона. Так, мы уклонились. Кусаем. 88 к атаке. Но он сейчас, ребят, скорее всего, будет активировать защиту или... Нет. Немножко удивился я. Ну все, добиваем. Так. Отлично, ребята. А пак? Пак нам дадут или нет? О, реденький. Это хорошо. Так, у нас, ребята, очередная соляночка идет. И все драконы 15 уровня. Начну, пожалуй, я с громобоя. Так как, во-первых, он красный, может атаковать нашего ветрокрыла очень сильно. Ну и не хочу, чтобы он, ребята, применял свои массовые атаки. Блин, они, смотри, как что делают. Они принялись кромсать мне кривоклык. И, кстати, в принципе, ребята, они правильно делают. Ну вот, я бы на их месте тоже так бы стал делать. Сейчас уничтожат его мне. А, вот как. Слушай, а тогда нам повезло. Тогда нам повезло. Скорее всего, мы даже здесь... Не, потерять-то потеряем, скорее всего, кривоклыка, но успеем, я имею в виду, забомбить здесь. Так, начну-ка с барсика, пожалуй. Все, пока, да, кривоклык. Нет. Нет, они даже не думали атаковать. И это крутенько. Так, уничтожим. Да. И остается лишь сарделечка. Сарделечка, да? Ну что, мы сейчас на нее повесим слепоту, на эту сардельку, и все. Как обычно, ребята, наша будет победа. Давай сделаем так. Сюда, слепоту, и все, ребят. Что он здесь сделает? Больше он уже ничего не сделает, он будет промахиваться. Ну а мы себе спокойненько его уничтожать. Вот так вот, делов-то на копейку. Так, и, кстати, мы с тобой сейчас уже будем получать пак. Ну-ка, покажи. Что у тебя здесь для меня? Шипорез. Шторморез. Так, древоруб. Кревет. Лаворык. Дикарь костолом. И кривоклык. Вау! Тройной удар, чемпион, ребята. Вторая карточка у нас. Из 8. Это круто. Слушай, я не могу понять одного. Почему у меня до сих пор нету шипореза? Так, где... Где найти, ребята, шипореза? Ну-ка, так, а где у нас драконы вообще смотрится? Энциклопедия этих драконов, ты не помнишь? По-моему, вот здесь вот. В этой книге, да? Шипорез, дай-ка я посмотрю, где его вообще можно найти, этого шипореза. Мне просто надоело, что его у меня постоянно пишут нету. Так, а у меня ветрохода нету. Приливный планер тоже нету. Так, надо будет, наверное, нам беззубика задачить, кстати, маленечко, да? Так, снежный призрак есть, ветроду есть, подожди. Шипорез. Обрубок. Обрубок. Слушай, я что-то... Ребят, я его что-то тут и не вижу, если честно. Вот именно в списках в этих я его не вижу, этого шипореза. Он что, еще ниже идет? Так, вот у нас с тобой Нюхогорб, Мелкомрак. Вот он, шипорез. Обалдеть. То есть я его даже не могу еще пока искать, ребята. А требуется 85 уровень беззубика. Так, подожди. Но если я его не могу здесь искать, то какого фига он у меня появляется на арене-то? Я не могу понять. То есть на арене он как бы должен быть. Ну, если ты не понимаешь, к чему, я сейчас покажу тебе. Смотри. Шипорез, он должен быть здесь. Вот он. Нет, это Роза Ветров, подожди. Вот, вот, шипорез. Получить дракона. Чтобы получить, где... Действительно, ребята, нужен 85 уровень беззубика. А получаю я уже фиг знает сколько на него карточки. Почему так сделали они? Странно.
Ладно, хорошо. Будем, ребята, ждать, когда у нас появится шипорез. Очень интересно, конечно. Ладно, ребят, давайте переходить к битве. Ого. Два красных. И один из них костолом. Ну, это серьезная... Ой. Серьезная заявочка. Сейчас, наверное, шипореза... Ой, шипореза, господи. Ветрокрыла будут бомбить. Ну, конечно же. Что они еще, ребята, могут делать? Бедного моего... дракона бомбить. А в чем, ребята, разница между драконами и динозаврами? Ха, промахнулся. Вас никогда вот это не интересовало? Так, будет ходить зеленый, да? Да, будет ходить зеленый. О, красный! Так, хорош, хорош, хорош. Че, врубаем заморозку, ребята? Не, ну, в принципе, можно понять, да? В чем разница, ребята? Ой, до свидания, родной мой. Блин, мы сейчас запаримся с тобой бомбить-то его. Сейчас еще вот этот очухается. А он очухается под четверочку, да? Как раз под разбег. Ну-ка, давай, бомби своего. Бомби, говорю тебе, своего. Ну? Что он сделал такое? Что он сделал, ребят? Я не помню. Но он броню ему понизил, это я вижу. Атакуем. Он пока еще слепой. Да он ничего там уже не сделает. Че он тут сделал? Да ничего, ребят. Все, мы его распетрушили. Пока, амиго. Ну, очередная победа. И мы двигаемся дальше. Так, здесь солянка, но уже... Так, чудище-то, чудовище у нас 16 уровня, красный. Трындец. Красный. В общем, наша цель дожить с тобой до заморозки, я правда не знаю. Ну, понятно, ну, понятно, и он еще и... Он еще себе и атаку усиленную поставил. Так, сейчас мы с тобой, да, будем ходить два раза. Обалдеть, расписали. Так, я даже не знаю, блин. Ну, наверное, нам надо делать вот так. Ох, ничего себе он ему хряпнул. Здоровица, ты видел? О, он еще и промахнулся. Да, хряпнул, конечно, нехило. Я представляю, если бы по мне так прилетело бы. Давай, наверное, добьем, добьем мы его. Так, а этот сейчас хряпнет вот этого. Ох, ё. Да, сильный, конечно, чувачок. Особенно под бафом, под своим. А чё, просто, наверное... Нет, давай, наверное, всё-таки сделаем так. Заморозим, и уже кривоклык его просто укусит. Так вот, лучше. Да. Но он, конечно, под усиленным ударом, ребята, шпарит, будь здоров. Я имею в виду про чудище. Все драконы 16 уровня. Хоть и солянка, ребята, но... Чё-то я побаиваюсь вот этой команды. Костолом со своими разбегами. Хотя, сейчас посмотрим, ребят. Меня сейчас пока пугает тут больше чудовище. Угу. Ну и змеевик злобный тоже тут, конечно, может показать свои зубы. Так, подожди, подожди, нет. Лучше мы сделаем заморозку. Делаем заморозку, расписываем чудовище. Дальше, я думаю, надо брать змеевика на уничтожение. Так, сейчас что-то будет неприятное, ребят. Это мы переживем. Так, секунду. Здесь, наверное, я сделаю вот так все-таки. Бомбанем. Так, ты добьешь своего дружка? Спасибо большое. Ну, и, как ты понимаешь, дело за малым. Просто разобрать нам с тобой
Костолома. И, кстати, пак вождя там нас уже поджидает после этого боя. Так, Костолом, даже не думай об этом. Даже об этом и не думай. Че думаешь, я зря тебе вешаю слепоту? Конечно же, не зря. Я ведь знаю, что ты будешь тут выпендриваться и атаковать нас, но... ничего у тебя не получится. Добьем? Да, под крит попал. Ну что, остается забрать нашу награду. Ну, а вот и пак. Громель, кривет, водорез. Так, шепот смерти и кривоклык. Опять же, кривоклык, ребята, нам достался. Это хорошо, я нисколечко не против, пускай он нам выпадает. Так, время прошло, прошло, поэтому я... найти яйцо. Найти дополнительное яйцо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще не восемь, а сколько там? Ну, если мы с тобой по два яйца находим в день. Четыре дня, и, ребят, мы с вами получим то самое яйцо. И будем вскрывать его. Выводить или вскрывать. Так, здесь еще один день, 14 часов. Да, у нас готовится с тобой лохань и дровница. Ну, что я могу тебе сказать? Вроде бы как на сегодня и все. Все, что мы могли, сделали. Здесь остается 2 часа и будет готово. Так, посетите на ухе. Так, 15 драконов 42 уровня. Выполните обмен. Повысить уровень кипятильника. Так, на 3 и... а, кипятильнику нужно... задание дать, чтобы он рыбу искал. Но это мы успеем еще с тобой сделать. Жалко, конечно, что события никакого нету. Блин, примем. Брюхоглот. Больше нюх. Смотрится, конечно, эпично. А у нас с тобой всего лишь 640 пока. 640. Мы... самый минимальный. Сколько стоит, ребята? 2000, да? Это землехват. Но землехват, по-моему, у меня есть. Или нету? Мрачная печка мне. Название нравится. Мрачная печка. Это же похож на этого. На кипятильник. Да. Ну и вроде бы все. Ну что, ребята, будем закругляться. Обязательно увидимся уже в следующей серии и продолжим играть в эту игру. Так что всем пока, удачи и до новых скорых видосиков.